власти. А не подскажете, где здесь администратор или кто-нибудь? Вот он. Сейчас. Ага. Сейчас. Ага. Куда? Скажи, мы Ирина. Мы Ирина. Мы Ирина. Оксана идет. Друзья, всем привет. База отдыха «Чайка». Никогда здесь не был. Может, кто-то еще не был, а может, кто-то был. В общем, покажу сейчас базу отдыха «Чайка». Это, получается, мы приехали на день рождения. Очень много позже. Сейчас я вам все расскажу и объясню. Сейчас нас определят. Заказывали домик. Сейчас вам все покажем. Здравствуйте. Только-только нам звонили, Ире. Все. Вот он заезд сразу, и слева здание администрации. А мы сейчас пойдем, заказывали домик, сейчас с вами посмотрим. А мы заказывали домик, сейчас с вами все посмотрим. Что, ехать за ними, да? Да, поехали. У меня травма, растянул руку немного. Но это не страшно. Так, где-то сейчас дальше домик. Вот. Вот кому день рождения. Кому день рождения? Ну, поднимите руку. Мне. О, Коляну. А вчера, когда было тебе день рождения? 23-го. В общем, у нас сегодня два день рождения будем отмечать, мы да? И лук, и все остальное. Александровна, с нами Мэри едет. Мэри, Мэриуша. Вот так. В общем, едем мы прямо. Сейчас будем смотреть. Это еще Соня. И Соня едет. Все едем, да. Где нам, где наш домик будет? Да, вот детская площадочка, смотрите, небольшая такая. А душно уже, жарко. Сейчас нам покажут. Вот он водоем, вот оно Курахово. Пляж здесь, здесь в принципе все есть. Вон домик, да? А я туда, наверное, не подъеду, да? Ну ладно, донесем, не так уж и много. Сейчас я вот посижу. В общем, вроде как это здесь. Вроде как здесь. А вот так мы не можем подъехать? Конечно, не знаю. Сейчас давай я заглушу, сейчас похожу, посмотрю, есть подъезд ли к домику или нет. А вон, я думаю, что она рядом. Пойдемте посмотрим. Сразу вам все покажем. Там Мэри здесь, звезда будет. А, есть подъезд, да? Заезд. Я понял, все, заезжаю. Вон, оказывается, есть подъезд. И мы сейчас прям к домику с вами подъедем. Но, если честно, мне уже здесь нравится. Смотрите, как здесь хорошо. Какой... Ну, вообще чисто. Не вижу я ни мусора, ни грязи. Мангалы стоят, беседки. В общем, пока это так поверхностный осмотр. А дальше уже вам покажем, что есть на самом деле. Вот, прям к домику мы подъезжаем. У нас будет три семьи жить. И здесь домик такой. В общем, давайте все посмотрим. Я сам не знаю, если честно, что там и как. Так, ну вот. Вот и прибыли. Так, пойдемте посмотрим берег. Пойдемте посмотрим, что здесь есть и что здесь нет. Автомобили стоят, стояночка. Вот он, пляж, смотрите. Люди купаются, отдыхают, песочек. Курахово вообще теплый водоем. Здесь теплоэлектростанция. И горячая вода здесь всегда. Зимой, я даже, если честно, не знаю, по-моему, не замерзает. Или замерзает, но нужны морозы. Вон дальше там база «Золотое руно». А справа от нас база «Дубровка». Мы были здесь, я вам показывал. Кумовья с Донецка приезжали. Смотрите, как здесь мелко, видите? Для детей здесь просто идеально купаться.
Вода, ну как вам сказать, ну я бы сказал, не грязная. Сами смотрите. Рыбаки сидят. В общем, удочки стоят. В общем, занимаются все, как обычно занимаются на отдыхе. Доброго здоровья! Кораблик! Красота! Это китайский, да? И как он вам? Не знаю, я второй день. Первый раз. Я второй день. Я понял, здравствуйте. А нету автопилота, чтобы ровно плыл, да? Да что ты, сын? А! Мы вам покажем вам это? Кого? Конечно, сейчас все покажем, Колямба. Сейчас все покажем, конечно. Ну, в общем, вот так. Вон тоже удочки. Люди отдыхают. Красота. А Егор, нравится? Нет. А вы пляж видели вообще? Да. Пляж видели? Пойдемте, вам пляж покажу. Миш, ты пляж видел? Ну, тихо-тихо, леска, пацаны, аккуратней. А уже все, прошли уже. Вот, сидеть можно, смотрите, как. Релаксировать и смотреть на водичку. Ты ж там сильно близко не ходи, а то упадете туда еще. Ага, тут глубины нет. Вода, вода немного отошла. А вот и пляж. Как вам пляжик? Егор, ты видел пляж? Да. Да сейчас пойдем. Вот как спускаться, видишь? Вот сюда по ступенек аккуратненько и все. И можно купаться. Егор, понял? Да. Конечно, будем. Ох и детвора. В общем, друзья, как я уже сказал, я здесь никогда не был. И вот мне интересно посмотреть. Ну и, в принципе, и вам покажу. База Чайка. Сейчас расскажу, вернее, покажу номера. Расскажу за цены. Ну, а так, ну, в принципе, отдыхать оно везде хорошо, если честно. Сейчас бы куда-нибудь на дикий водоем выехали. Шатер поставили, тоже кайфовали. Вот стол, смотрите, какой день рождения. Здесь будем, да? Нет, ну. Смотрите, здесь если вдруг отдыхать, здесь, наверное, человек на 25 как минимум мест. Длинный стол можно, если кому-то что-то отдыхать. Мих, нравится? Ну вот. Так, теперь пойдемте. Пойдемте покажем. Так, да, это какой номер? Четырехместный. Сколько стоит? Четырехместный 450, трехместный 350. Так, вот, друзья, сейчас вам покажу. Четырехместный номер стоит сутки 450 гривен. Есть холодильник. Ну, это типа кухни. Мойка. Мойка. Сейчас посмотрю. Подождите. Есть санузел. Горячая вода. Душевая кабина. Так. И вот здесь вот две двуспальные кровати. Раз, два, три, четыре. Тут даже роутер есть. Да, о, интернет здесь есть. Отлично. Роутер прямо у вас в комнате. Это мама именинников, да, мама? Да. Все, мама Ира. А вот крестница, да? Где как она называется? Крестная мать. А вот он, киндер. Крестного папы нету с нами, ну то ненадолго, скоро будет, я думаю. Передаем привет, да? Дяде Вите, передаешь привет? Да. Все, дяде Вите, привет. Это папа. Вот это папа именинников. Пойдем посмотрим еще номера. Свет. Наш номер. Нам еще ключи не принесли. Не принесли ключи еще от нашего номера. Сейчас ключи принесут. И мы вам покажем еще два номера трехместные. В общем, пока не переключайтесь. Лайк уже ставьте. Классная база, мне нравится. Мишка, иди поможешь. Так, друзья, пока ключи нам еще не принесли, мы сейчас выгрузимся. Смотрите. Ну, это, в принципе, мы две семьи. Открывай, открой. Очень много рыбацкого. Мы же рыбаки с вами, правильно? Вот. Сумки, пакеты, удочки, столы.
уголь для шашлыка. В общем, все у нас есть. Сейчас разгружаемся и продолжим. Так, друзья, пойдемте покажем. О, кстати, да, вот он наш домик. Вернее, куда я заходил, вам показывал. Вот он вход. Холодильник направо, там туалет, кухня. Вот, и пойдемте сейчас еще один. С этой же, в этом же домике, только с другой стороны. Есть номер, будем мы здесь. Ой, здесь тенечек. Можно здесь садиться, стол большой, длинный. Так, пойдемте посмотрим. Оп. Да тут прохладно. А где тут свет? Вот он свет. В общем, друзья, что я вам скажу. Заходим мы. У нас тут типа что-то. Шкафа, шифонера. Да, электропечка, чайник. Холодильник, кстати, нужно включить его. Оп. Отлично. Ага. Вставлено, чтобы не закрывалось. Вот. Направо. Здесь, наверное, санузел. Да. То же самое санузел. Душевая кабинка. Видно вам, да? Отлично. И вот такой наш номер будет. В общем, тоже номер считается четырехместный, но нам его посчитали как за трехместный. Мы со Светой и Мишка на любой кровати. Вот этот номер так-то стоит 450, но для нас посчитали за 350. Сказали, для хороших людей не жалко. В общем, как-то так. Правда. Ой, простите, будем мы с этой стороны. Сумочку Мишу попросил занести, а Миша не занес. Ну да ничего. Ну вот, замок работает четко. Походу 24 номер. Или 4, не знаю. Все, смотрите, урны, мангал возле номера. Все по красоте. Ну вот такая она база. Что-то там еще строится. Что-то еще, наверное, будет. Площадка. То ли волейбол. Да, то ли волейбольная, то ли футбольная будет. В общем, стройка еще идет. Я понял, продолжается стройка. Есть где отдохнуть, что говорить. От города, от нашего. Что? Где тут живут, где тут некоторые тут живут, и где они на идут? Ну как где? Ездят в город, купляются. В общем, смотрите, все нам нравится, все хорошо. Даже безоговорочно. От дома каких-то 35 километров, и мы здесь. Так что пойдет, пойдет как отдых. 450, 350, я уже все рассказал, показал вам. Ну вот и все, друзья. Показал вам, посмотрел сам, Чайка. Город Курахово, база отдыха Чайка. Ну все, мы сейчас будем садиться за стол, немножко перекусим, пообедаем, поздравим. Да, поздравим именинникам. Пойдемте, и потом пойдем плавать и рыбачить. Но это будет совсем другая история. Все, пока. Пока-пока. Пока? Пока. Пока. До следующего видео, друзья.